Привет, ребята! Так как сегодня я еду в Запорожье с родителями, я решила снять маленький вложик. Предлагаю вам провести этот день со мной. Ну что, пап, поехали? Родители дела выполнили, мне шапку купили, можно и покушать. Фух, ребята, наконец-то родители сделали все свои дела, и мы можем пойти купить билеты на фильм. Вот такие красивые фоны для фоток делает Аврора. Я только что просмотрела фильм «Тор Рагнарёк». Этот фильм бомба. Фильм должен быть серьезным, но там очень много смешных моментов. И в зале стоял смех. Я рекомендую этот фильм смотреть в кинотеатре, потому что 3D проработано хорошо. И это впечатляет. Мне самый больше понравился момент, когда Беннет кричал: «Я покажу сейчас свою силу!» И падает. Как бы должен превратиться в Халка, но он не превращается и падает в виде какашечки. И перед ним огромный волк. Но потом он его хватает за хвост и выкидывает. Это было круто и ужасно смешно. А еще мне понравился каменный человек. Ну, когда посмотрите, поймете. Он каждый момент пытался шутить, и это было смешно. Я очень довольна, что я выбрала именно этот фильм. Я не ожидала, что он будет настолько крутым. У меня таких эмоций, я не знаю, у меня... Щеки болят от того, что я улыбаюсь. Там сколько было крутых, классных шуток. Классно. Ну, а теперь я уже с родителями еду домой. Поэтому подробнее все расскажу дома уже. Ну вот, я уже и дома. И хочу вам рассказать немножко фактов об этом фильме. «Рагнарёк» переводится как «Рок владык» или же в этом варианте «Рок бога». «Рагнарёк» станет 3-м сольным фильмом о Торе Боге и 17-м в вселенной Марвел. Съемки этого фильма начались 5 июня 2016 года и проходили в Австралии. Чтобы быть похожим на могучего Тора, Крису Хемсворду пришлось вернуться к жестким диетам и усиленным тренировкам. Итого он набрал 10 килограмм мышечной массы. В фильме Локи дана значительная роль. Это брат Тора. Товарищем по борьбе был Халк. Он уже по фильму 2 года не был человеком. И по мне он был очень смешным. И как же без новых героев? Доктор Стрэндж, про него даже есть фильм, очень интересный. Это новая звезда Марвела, а также Валькирия, Дева-воительница. А главным противником Тору была Хела, его родная сестра. Это богиня смерти. Это все факты, которые я вам хотела рассказать. Рекомендую этот фильм, мне он очень понравился. И на этом все, я с вами прощаюсь. Но ненадолго, а только до следующего видео. Баюшки-баюшки, мои друзья и подружки. А, и забыла сказать, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. На этом точно все.